Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Сегодня нашел для вас бомбический проект. Называется он Alpha Brain Capital DAO. Это такой децентрализованный общественный фонд, который генерирует вам пассивный доход, ну и прирост капитала для всех своих держателей за счет прибыли, возвращаемой в виде дивидендов, ну а также выкупа токенов. Проект действительно крутой, я его изучил, и он мне очень понравился. Мне кажется, у него большое будущее. Поэтому давайте с ним знакомиться более подробно. Ну а для этого перейдем на их сайт. Ну что же, вот мы с вами и на сайте alphabraincapital.io. Ссылочку я оставлю обязательно в описании. Также оставлю ссылки и на их социальные сети. Обязательно туда подписываемся, чтобы не пропустить какие-то новости. Итак, давайте знакомиться с проектом. Пробежимся по сайту, посмотрим их токен-экономику. А также сразу хочу сказать, что данный проект у нас сделан на блокчейне эфириума. Их токен уже торгуется, его можно приобрести. Да, торгуется он, конечно же, первым делом на Uniswap. Ну а в будущем они также обещают нам и другие централизованные биржи. Итак, а в чем же здесь фишка? Давайте воспользуемся с вами переводчиком, чтобы нам было понятнее. Какая здесь существует проблема? То есть розничные инвесторы часто имеют ограниченное время и ресурсы для доступа к диверсифицированным возможностям с высокой доходностью. Да, то есть частная продажа, там фарминг какой-то, торговля и так далее. Также венчурные фонды получают, именно они заходят на ранней стадии в проекты, да, а какие-то мелкие, ну им просто нет шанса туда попасть, и вот эти венчурные фонды, они все сваливают именно на нас. Также проекты часто сталкиваются с трудностями при запуске, поскольку частные инвесторы именно сбрасывают свои токены при первом листинге, ну и создают постоянное давление на продажу и обеспечивают именно небольшую ценность. Так вот, какое здесь имеется решение? Они создают децентрализованный общественный фонд и используют партнеров и отраслевых экспертов для использования и увеличения капитала фонда за счет именно диверсифицированных инвестиций. Также возвращают прибыль фонда держателям токенов за счет дивидендов и обратного выкупа, принося пользу всем, а не только на себе. Ну и проекты, которые получают инвестиции от децентрализованного фонда сообщества, немедленно получают личную заинтересованность всех участников, обеспечивая мгновенное сообщество и также ценность. Как же это все работает? Давайте попробую показать вам на этой схеме. Итак, здесь у нас берется налог с покупки и продажи токена ABC. И дальше. Этот налог отправляется в казначейский кошелек. Потом, что у нас происходит? Эти средства распределяются по диверсифицированному портфелю. Ну и, соответственно, дальше уже вся прибыль распределяется среди холдеров. Думаю, здесь все понятно, да? То есть на схеме это показано. То есть вот у нас идет транзакция, либо, допустим, продажа, либо покупка. Далее от продажи, да, точнее от продажи идет у нас на маркетинг 5%, и 5% идет казначейский кошелек. Далее у нас идет yield farming и также инвестиции. Ну а далее уже у нас получается профит, и непосредственно профит возвращается уже к человеку, который холдит эти самые токены. А также и с покупкой, да, у нас здесь покупка идет 10%, распределяется среди холдеров, да, то есть вам ничего не нужно делать, просто держите токены на своем кошельке. 10% распределяется, далее токен холдеру, да, DAO, ну и все то же самое, различные yield farming, инвестиции и так далее. Ну, то есть распределяется средства, диверсифицируются, да, чтобы заработать как можно больше. И потом вот этот профит опять идет у нас уже непосредственно к холдеру. То есть от вас здесь ничего не требуется, все за вас делает компания. Вам просто необходимо держать токен на своем кошельке и получать за это вознаграждение. Очень крутая схема, да, то есть они действительно придумали непростую такую схему. Ну вот у нас было много проектов, да, где просто вы держите кошелек и просто от налога вам капают именно процент. Здесь же они эти средства распределяют по различным фармилкам, инвестируют в какие-то проекты на начальной стадии, ну и получается заработать можно будет больше. То есть прирост капитала для каждого владельца. Покупайте и держите токены ABC, зарабатывайте на транзакциях, да, ну когда кто-то продает или покупает, голосуйте в DAO и также прибыль от роста казначейства, вот этого казначейского кошелька. Помимо получения выгоды от транзакций с токенами,
Держатели токенов также генерируют пассивный капитал, получают долю в высокодоходных возможностях получения прибыли. Они используют именно казначейские средства, полученные от сборов всех транзакций, да, и используют наших отраслевых партнеров для представления возможности получения прибыли. А сообщество уже будет голосовать, да, за то, чтобы решить, какие возможности реализуются с помощью DAO. Ну и они перераспределяют казначейскую прибыль путем периодического выкупа токенов и также автоматического распределения дивидендов в эфириуме, да, то есть будем получать дивиденды здесь в эфириуме. Здесь имеется кнопочка, да, где можно будет это все дело клеймить, пока она не работает, но, как обещает команда, скоро все это дело заработает. А пока, я так полагаю, это происходит у нас автоматически. Итак, ведущие партнеры отрасли, да, то есть это венчурные капиталисты, также yield farming, ну и, конечно же, трейдеры. Да, вот в эти все три сферы они будут это все вливать. Они отложили процент от предложения токенов, чтобы стимулировать и своих партнеров. Однако эти токены будут выпущены на основе KPI только после того, как партнеры продемонстрируют ценность именно для фонда, предоставив возможность получения прибыли. То есть никаких бесплатных токенов здесь нет. Это беспроигрышный вариант для всех участников. Итак, что же касается самого токена, да, то есть токен. Максимальное предложение здесь 1 триллион токенов. 10% сжигается для запуска дефляционной модели, 15% заблокировано для стратегического партнерства, 10% налога, да, то есть покупка 10% это у нас распределение, продажи 5%, маркетинг 5% на казначейство. Что касается ликвидности, она заблокирована, ну и скрытый запуск с применением мер по борьбе с ботами. Итак, ликвидность у нас заблокирована. Это мы с вами можем проверить, да, то есть заблокировано. Здесь мы видим, что 90 1667 долларов, то есть 21-27 эфириума, да, то есть и здесь у нас написано про токены и так далее. Ну, это все можете посмотреть, это ни от кого не скрывается, любой желающий это может проверить. Что же касается цены токена, да, то есть Alpha Brain Capital есть уже у нас на CoinGecko, также будет на CoinMarketCap, и цена на данный момент у нас такая. Сегодня, кстати, он сделал уже 50%. Ну, я думаю, это не предел, да, торгуется он на Uniswap. Если мы с вами посмотрим на график, да, то есть он появился, ну, совсем недавно, здесь не очень график, давайте мы посмотрим. Здесь это на DexTools, да, то есть со старта он, конечно, подрастал, да, ну, потом немного спустился и потом опять начался рост. Сейчас цена у нас такая, да, то есть market cap достаточно приличный для проекта, который только-только запустился. Ну, то есть видно, что интерес есть. Я думаю, что токен улетит, когда о нем узнает больше народа. Сейчас, ну, мало кто о нем знает, соответственно, цена еще небольшая. То есть я думаю, что дивиденды получать захотят многие. Соответственно, цена у нас полетит в космос. Да, то есть главное, чтобы команда сейчас грамотно пиарилась, проводила какой-то маркетинг. Но они его и собираются проводить, да. То есть команда намекала, что у них начинается обширный маркетинг. Соответственно, людей сюда заходить будет все больше и больше. По холдерам мы видим, что на данный момент их 304 человека. Ну, как я и сказал, не так много. Проект запустился буквально несколько дней назад. Соответственно, их еще немного. А в скором времени, конечно же, их прибавится. И транзакции здесь 5712. Достаточно неплохо для молодого проекта. Как приобрести, думаю, вам показывать не стоит. Все вы это знаете, да. То есть переходим на CoinGecko, ну, либо по ссылочке в описании, которая у нас будет, да, выбираем Uniswap, просто переходим, здесь же у нас сразу токены ABC, импортировать, ну и непосредственно уже приобретаете, да, вводите сумму в эфириумах, на которую хотите приобрести, и покупаете, да, то есть кошелек нам понадобится здесь MetaMask, да, ну либо там TrustWallet, каким пользуетесь, я пользуюсь MetaMask, сеть эфириум, подключаемся и приобретаем. Это я показывал уже много раз, я думаю, что здесь у вас проблем не возникнет. Также еще хотелось бы сказать, здесь у нас, конечно же, будет DAO, и каждый держатель наделен различными полномочиями, да, то есть DAO мы знаем, что это такое, это децентрализованная автономная организация, да, которая, ну, с помощью которой любой холдер сможет здесь высказывать свое мнение и решать, что будет дальше с проектом. То есть держатели токенов ABC будут иметь право принимать решения и также возможность влиять на выбор инвестиций и направление проекта путем голосования на платформе DAO. Также создается сильное сообщество, в котором каждая заинтересованная сторона обеспечивает именно ценность. То есть они считают, что мы лучше всего подходим для выявления и представления возможностей получения прибыли. Но в конечном счете решение должно принимать только сообщество. Это очень круто, да? Ну и, как я сказал, сообщество будет голосовать.
Что же у нас по дорожной карте, давайте с вами посмотрим. Итак, первым делом они запустили, конечно же, свой сайт, запустили торги на Uniswap, и у них начинается маркетинговая кампания. Далее список на CoinGecko, CoinMarketCap, да, ну мы уже посмотрели, CoinGecko есть. Запускают версию 1 панели именно казначейства. Далее у них будут новые какие-то партнерства. Ну и, конечно же, листинг на централизованных биржах. Это тоже будет и уже будет в ближайшее время. Далее этап 2, маркетинговая и PR-компания. Ну и дальнейший рост и расширение. Я думаю, далее они дополнят свою дорожную карту и, соответственно, допишут, что нас будет ждать. Ну что же, давайте подведем итоги. Мне проект Alpha Brain Capital DAO понравился. У него очень крутая идея, подобных я не встречал, да, то есть мы встречали много проектов, где у нас идет распределение от каждой транзакции, но то, что они будут складывать деньги в казначейский кошелек и инвестировать в различные проекты на ранней стадии и потом распределять дивиденды в виде эфириума среди всех холдеров, это очень крутая фишка, ну и подобного действительно нет. Поэтому здесь, я думаю, мы сможем заработать много. Пока о проекте мало кто знает, ну и они уже начинают свою маркетинговую кампанию, соответственно, скоро сюда потянутся люди. А это значит, что цена токена вырастет, а поэтому мы можем заработать и даже на цене. Конечно же, все мы помним о рисках, да, и прежде чем инвестировать, еще самостоятельно его изучите и взвесьте все за и против. Мое мнение, здесь можно заработать. Все ссылочки на данный проект я оставлю в описании под этим видео. Переходим и изучаем. Ну а у меня же на этом все. Я желаю вам большого профита и всем пока.